И... Ну, давайте я просто скажу как-то, о чем речь-то вообще, что 80-е годы на каком-то новом витке возникла опять вот эта идея позитива, да, и она была совершена. А что, она куда-то уходила, ну, в середине 80-х? В 70-е годы. Андрюша, ты бредишь, но идея позитива никогда не уходит, как идея не негатива. Что ты, хорошо. Это же очевидно. Я негативный том, процесс и позитивный. Новые какие-то. Да, все новое каждые 5 лет. Да, и что? Да, да. Потому что люди как бы вдруг надоедают старые, нужно новенькое. Конечно, все время нужен какой-то новенький фетиш. И какие же черты? Это... Понятия не имею. Каждая пятилетка, ну, это что-то новое. Мы даже не знаем, что это будет дальше. Понимаете? Это Олег, кайф. По твоим словам, существует ли творческий акт из ноя? Из ничего? Есть ли он или нет? Если мы живем из этого, как ты думаешь, это не творческий акт? Я думаю, что да. Но мне иногда кажется, что ты думаешь нет. Или я ошибаюсь? Я могу думать как угодно. Это идет параллельно моим мыслям. Конечно, идет параллельно. А как ты считаешь? Это два космоса значит. То есть что, я, значит, наше ничто, если наш Пушкин наше все. Да? Я могу так думать? Ты так думаешь, окей. Мы просто знаем, что... Ну а что, Ханя, это не самое как бы главное. Какое у тебя стихотворение? Неважно, по этому поводу много стихотворений. Ага, неважно. Тогда мы переходим опять же к Андрею Хлобыстину, который недосказал. Ну просто, что молодежь, в общем-то, как и советское государство, они проводили вот эту идею позитива, но по-разному. Вот. Правильно. И те, и другие говорили о массовой культуре, тоже, опять же, по-разному. Ну, вот. Хотя все интеллектуалы западные эту массовую культуру всячески гнобили и писали против нее трактаты и философские сочинения. Тем не менее, здесь, в России, она обрела какой-то новый виток, то есть вот какой? Эта идея. Поточнее. Позитива, жизненной силы, которая вот появляется. Ну, например. Допустим, живопись Евгения. Спасибо. Я вообще против Пушкина. Вот с этого бы и начал, Андрюша. Ну, что сказал? Вот живопись Евгения — это новый позитив своего времени. Вот и все. Ну, это два слова не даешь сказать, Катя. Нет, ну как? Ну зачем развивать просто так что-то, что не несет ничего? А почему? Я говорю о какой-то вещи. Ну, вот какой-то позитив. Я слушаю, я ничего не вижу. Ну, два слова. Который ничего не стоит. Я хорошо, слышу хорошо. Евгений Козлов, слышу позитив, я сразу представляю, что это. Вот это пример. А что это на самом деле, по-твоему? Ну вот я могу сказать на эту тему с легкостью. Скажи, пожалуйста. Все выступы вообще-то делятся на те, где приятно находиться, где неприятно находиться. Конечно же, позитив выставки Евгения Козлова в том, что здесь очень хорошо находиться. Я с удовольствием смотрю на фотографии и на оригинальные рисунки. И я думаю, как прекрасно было бы пространство, где, например, вот эти флаги могли большие, бы пережить вторую жизнь. Вот в Берлине они были очень большие, а у нас я как раз думаю, что они могли бы быть маленькими. Их можно было бы поднимать как сигнальные флаги на кораблях. Вот я представляю себе Неву с кораблями, которые таким вот образом украшены. Мне кажется, это было бы здорово. А кроме того, еще меня поражает с точки зрения позитива то, как Евгений держит вот важнейшую ноту искусства Ленинграда и Петербурга, а именно ноту универсализма. Вот, собственно, смотришь и вспоминаешь таких художников, как Вильям Блейк, а не только Казимир Северинович Малевич, отмеченный в пресс-релизе. Анри Матисс. Анри Матисс, мне скорее вспоминается нам Сивори Флоренская. Здесь вот все-таки, да? Мне кажется, есть какой-то... А, по-моему, все с третьего есть этажа. Есть более такой вот разворот, более мистический, чем... Нет, это ближе даже немецкому экспрессионизму, да, по
линии, чем Матисс. Матисс немножко просто... Ну, давайте летающие фигуры Шагала. Да, нет, но имеется в виду по линии же, да, по тому, как у тебя это действует. Всякий раз меня как-то поражает, не по-моему меня поражает, а вот поражает от всей души то, что местные художники с такой вот силой духа и с такой силой романтизма живут. Потому что мало где это встречается, и мне кажется, это очень позитивно. Спасибо большое. Ну вот о телесности, вот это тип фигуры, который появляется тогда, вот этот, который был актуализирован там в 50-е годы, допустим, орден имеющих живописцев, вот эта фигура схематическая, которая восходит, в общем-то, к петроглифу, схематическому изображению человека, поскольку камень очень сильно сопротивляется, можно вот выбить только так, скажем, да? И появляется одновременно эта фигура, связана с граффитизмом, и, в общем-то, например, вот эти квадратноголовые персонажи, и ее пропорции, то есть большие ноги, руки, маленькая голова, такой аристократизм, который, в общем-то, в маньеризме, может быть, как-то проявлялся. В иконописи. В итальянском, в иконописи, да? Вот. На радость или к ужасу Аркадия Ипполитова мы могли бы вообще сказать, что вся эта эпоха – это такой маньеризм модернизма. Да, когда вот эти все сливаются здесь одновременно и электронная музыка, и третий этаж Эрмитажа, и, я не знаю, какой-нибудь East Village. Вот это синхронно, то, что вот новая романтика, новая такая позитивная волна, которая возникла на рубеже 70-х и 80-х, и, в общем-то, она докатилась до конца 20 века, после чего наступил штиль, в котором мы сейчас пребываем. Вот. И вот в силу своей такой некоторой законсервированности в Берлине, я в позитивном смысле этим говорю, Евгений Козлов для нас вот вестник из той эпохи, который продолжает вот этот импульс, как-то вибрацию эту продуцировать. Вот. Нужно, конечно, заметить, что модность это... такая, как сказать, это такой потенциальный гений, Сальватор Дали по облику, по всему. Это человек, который вот держит себя постоянно в форме. Вот. И там недаром такой человек, да, трудолюбивый, такой человек трудолюбивый, как Георгий Модный, как Георгий Гурьянов, в общем-то, они привечают одного из немногих, вот Евгения Козлова, а это что-то чего-то стоит. Скажем так, да, вот эта модность, установка на моду, которая тоже к нам пришла из той эпохи, которую сейчас, может быть, молодые художники как-то постыдились. Да? А что для тебя именно мода или модность, Андрей? Ну, это такой тонус определенный, как бы определенное достоинство, которое так высоко поднятая голова и такая дендизм. Ну, дендизм, скажем, да, который Евгений всегда был, особенно когда их можно было увидеть втроем со Снесарем и Герой Малышевым, у всех вот такие усики. Ну, мне кажется, конечно, что Дэнди все-таки склонен к цинизму, отчасти. Цинизм тоже романтическая категория. А вот тут никакого цинизма нет как раз в этих картинах. Вообще не в одной. Веселью тоже можно приписать цинизм. Вообще цинично быть веселым с точки зрения лютеранства, распространенного в Германии и других европейских стран. Да, но Тиран сплошной пост, как известно. То есть Евгений всегда пытается все время пытается куда-то отлететь. Вот какую-то точку зрения он как бы пытается присутствовать и одновременно вот как-то создать наблюдателя еще. Нет, тут нельзя ставить акцент на то, что он что-то пытается делать. Да, точно ты сказала. Потому что вот я прочел, и что мне подразило в книге, он говорит, вдруг у меня впервые в жизни из головы вырос крест. То есть он наблюдает как художника, в которого происходят какие-то озарения, и он же их и констатирует тут же. Из головы, конечно, своих образов. Да, понятно. У него из головы, конечно. Никак у оленя, Егермайстер. Никак у Губерта. Но, в принципе, можно отделить, если мы говорим о серьезе,
искусстве, то, что он выражает через искусство, символов и так далее, а то, что он выражает через слов, он это отделяет, в отличие от концептуалистов, которые выражают свои слова и их иллюстрируют, да, в инсталляциях, в любом, что они делают. А здесь есть и мысли, которые написаны как мысли, и есть то, что тоже мысли, конечно, но это другое, уже совершенно другое поле выражения, да? Все это сознательное. Я бы сказал, что это наслоение многих таких прозрачных поверхностей. Это все поверхности, они не подразумевают какой-то вот глубины, какой-то отягощенности чем-то вот за этим таким вот стоящим значительным. А это вот много-много поверхностей, они просвечивают сквозь друга. Вот, потому что, в принципе, это очень важное, вот это внешнее. Именно вот внешний эффект. В принципе, фактура, я не знаю, что. В принципе, не обязательно выразить то, что внутри, еще в картинах. Понимаешь, это два... Да это фальшивое противоставление это... просто. Нет, это есть одно и есть другое. Одно – это чувство, которое рождается внутри, а другое – это ему придает внешние формы. Но это не внешняя форма, которая ищется как... гуляли по миру и избирают то, что мог бы подойти. Тут путь по-другому, но начинается изнутри. Изнутри от чего? От эротизма? Да? От чего? От инспирации, от чистой инспирации. Так сказать, какая энергия этим движет? То есть Евгений, насколько я знаю, сейчас вот очень увлекся именно эротической. Нет, это он делал. Нет, это он делал раньше. Раньше, да? Вот, конечно, нет, это... Тут, конечно, есть эротические модели, но это потому, что они были уже готовы. Это то, что люди рисовали в мастерской, когда был один сеанс, который там был устроен, рисование обнаженных фигур и все. Но нет, причем этот эрос, он, конечно, является частью, как сказать, жизни в том, что, например, здесь есть пары. Все эти парные флаг или миниатуры, они сделаны в мужском и женском варианте. Можно, конечно, спорить, какой из них там, из первых, которые слева и справа, это какой из них женский вариант и какой мужской, но это уже по настроению. Поэтому эта тема, она принципиально присутствует, но не именно в эротической форме, хотя может. Нет, ну как это, он всегда есть. Понимаешь, хочешь ты или нет, но он-то есть созидающий эрос этот. Одно это... Переходящий в теос фактически впоследствии, да? Ну, одно, да. Ну, если же так говорить, человек тогда... Человек рассеянный, ну, то, что вы не спросили Аллахова о ритме, о вот этом пульсации, о том, какая была музыка того времени, когда, так сказать, на первое место вышел вот этот ритм, вот эти эффекты какие-то радикального свойства, то есть ты... все время находишься либо в каких-то крайних состояниях, очень низкие, очень высокие какие-то тональности, вот эти перепады, какие-то вспышки и так далее. Если мы говорим об эротичности в чистом виде, она, конечно, тоже у него имеет свое место, если, допустим, Ленинградский альбом, да, это, конечно, есть эротика, но это для него, кстати говоря, не самое главное, причем это ранние рисунки, это только... Если мы имеем в виду развитие человечества, которое отделится на мужскую и женскую половину, и когда-нибудь там через, не знаю, там миллион лет, это снова будет сливаться в одно целое, да? Розовый, и поэтому это акцентуируется, но это как факт жизни, можно так сказать. Угу. Не особенно, чтобы это поднять наружу. Мне, конечно, все-таки хотелось бы говорить о одном, мне кажется, интересном факте, если мы рассматриваем миниатуры. Тут присутствуют берлинские мотивы, они сливаются с петербургскими. Они собираются не... это сложно сказать, по чувству. Потому что художник себе не задал задачи, вот я должен писать теперь цикл о Берлине и должен там показать, что родился в Петербурге. А Евгений первый раз вот выехал вообще за границу в Берлин?
Ну, как смотрели, нет, он был, но, во-первых, он не путешественник, как вы знаете все, ну, да? Да, вообще из дома не хочет. И тогда еще в 80-е годы, когда в конце, когда появился цвет американской войны, его пригласили в Нью-Йорк, но он категорически отказался, потому что что ему там делать? И он бы не жил в Берлине, конечно, если бы не я, потому что он бы жил здесь просто. Где бы он жил? В Петергофе конкретно. Наверное, он бы жил опять же в Петергофе, да, потому что это... Ну, понятно, что мы уже поняли, что он бы не выезжал, а вот все-таки как он воспринимал Берлин, вот, когда эти работы делал? Ну, я читала твой текст про... колонну Победы, вот, колонну мы здесь все видим. Понятно, что она рифмуется с колонной Дворцовой площади и всякое такое. Но вот что специально немецкое, как вообще вот чувствуется Берлин, как современный, или он чувствуется в историческом срезе от такой вот русско-немецкой близости XIX века в Петергофе, представленной до вот этих вот рабочих авангарда и так далее. Вот в какой из этих исторических точек Евгений чувствует себя как в своем родном воздухе? Там, да. Есть ли это? Тут, как ни странно, очень сильно влияла природа именно в этих работах, именно тот факт, что колонна стоит в центре парка. Ему, конечно, страшно не хватает воды в Берлине. Хотя бы вид на, ну, либо на море, либо на какое-то озеро, где мы живем, потому что его нет. И это его мечта. Да, вот это действительно. А вот там все-таки вот эта сплошная природа вокруг, это колонна внутри, и вот эта возвышенность, которая строит вертикал через горизонталь, вот это опять же восприятие чисто духовное, без всякой истории, без того, что, как мы тоже видим в фильме, и что сделала Ингрид, она это ассоциировала с победой, имеется в виду Советского Союза России в 1945 году, там же есть множество фотографий, а этого всего не было. Это было чисто такое восприятие, вот, как сказать, духовного пространства, не политизированного и даже не исторического. И поэтому для него, конечно, в Берлине тогда было в первую очередь его мастерская и место, и то, что еще вокруг, но его свобода на творчество. Наверное, ты, Ханя Морович? Наверное, и ты. Ну, я, конечно. Нет, но мы говорим о Берлине. Да, а я ровно через год практически... был на лав-параде практически в том же самом месте. Да. То есть вот это место стало центром, в общем-то, событий уникального, универсального для Земли. В смысле, то есть там собрался 1 000 000 человек. Никогда за всю историю человечества столько народу в одном месте не собиралось. Ни на какую битву, ни на какой там курултай племен. 1 000 000 человек. Причем все находящиеся в возвышенном состоянии. Ну, да. Что ценит Евгений. Верно. Вот, все танцующие, то есть там сидят какие-то турки с семьями, жарят шашлыки, кто-то занимается в кустах любовью, вот, кто, в общем, полный, вот, опять же, позитив, вот, и 1 000 000 человек танцующих, расслабляющихся. И это именно вот это место, где происходил этот выставка, потому что платформы шли от Бранденбургских ворот, делали круг вокруг Ники, вот этой победы над Наполеоновской, когнившей Францией, и возвращались и опять шли по кругу. Вот, в общем-то, это то же самое место. Вот, я не знаю, происходило ли до этого лав-парады в Тиргарте. Она, нет, в Тиргарте это не еще нет. Это я в 96-м году, а это у вас в 95-й год. Да. Вот, значит, она разница. Раньше, она в первых годах проходила по Софьюсу. Да. Да. Потом. Нет, ну, вот это, да, место посвящено, в принципе, да, любви. Да, 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 да. Можно предположить, да? Что произведение Евгения приманили эти силы в будущем. Да, вот я об этом-то, в общем-то, и хотел сказать, да, точно. Вот, то есть это так, Тиргартен, он такое вот место в Берлине, через него проходила граница, да, соответственно, и потом Евгений делает там же вот этот проект с шоколадной стеной.
опять же, тоже вот, освоение такого вот дворцово-лесистого массива, такого, в общем-то, он мне напоминает Петерговские парки чем-то. Там же рядом дворец этого Бельвю, да, там все-все-все рядом. Вот. То есть это такой петербургский мотив, естественно, для, для Евгения вот эти перескоки Петербург-Берлин, они очевидны здесь, да, и над ними возвышается такая фигура некого идеального, мощного человека будущего, да, вот это такое, то ли боксер, то ли ангел. Вот, то ли это победа, то ли что, то ли грудь вообще пробита, как у модернистских скульптур, вот здесь, экзистенциалистских, послевоенных, да. То есть такое, ну, все это, опять же, непременно выводится в позитив. То есть это, как сказать, это как непременное условие. Есть здесь чисто петербургские мотивы. Например, вот если мы смотрим туда, это номер 5 и номер 6, вот эти два пары, где вот это уже в чистом виде тайны вечери наверху, где мы видим Англию. Ну как в чистом виде, может быть, это много сказать. Но в принципе тут у нас, если мы смотрим, Петербург очень низкий, вот очень горизонтальный, очень такой плавный, потом эта возвышенность совершенно, не знаю, до каких высот, да, идет. А мы смотрим на берлинский мотив чуть-чуть дальше, это номер 7 и 8 уже, там достаточно плотный ангел в середине стоит. Это другое ощущение по мотивам, хотя, в принципе, фигуры, они похожи друг на друга, а это строится по-другому, поэтому и ощущение другое. Но для меня это действительно, вот это номер 5, это действительно петербургская такой, такая возвышенность, можно сказать. И, ну, может, все не на земле, а вся на небах, на небесах, да? Что там происходит. В Берлине это более зимний час, более связанный с землей. Вот. Есть вопросы? Да, господа, поскольку у нас... Но вот разрешение спрашивали вот поднять флаг прямо на площади центральной. А там много флагов, вот все по кругу. Ну да, да. То есть это было какое-то... Были украдены некоторые. Чтобы, конечно, нет, чтобы реализовать этот проект, чтобы его осуществить, конечно, это было не совсем просто, потому что там флаги от города, и причем, когда идут какие-то официальный визит к президенту федеральному, там тоже освещается. Поэтому пришлось обратиться к протоколу и Берлинского сената правительства, и федерального президента. И они нам дали разрешение между двумя официальными визитами повесить свои флаги, флаги, миниатюры. Но нас сколько предупредили... миниатюр? 9 метров. Одна? Ну, вот самые большие миниатюры. Нет, да, 5 метров. 5 метров. Ну, 9, конечно, их не знаю, где поднимаешь такие... На какие флаги? Это, вот смотри, 5 на 2 метра, это все-таки 10 квадратных метров поверхности. Если туда смотреть, то когда дует ветер на них, они, это, конечно, большая сила, и поэтому даже больше, по-моему, их нельзя делать чисто по статике. Ну, уже так уже очень большие, если на них работать в своем, требует немало силы. Нет, конечно, проект был гигантский, и мы это не ожидали сначала, когда более или менее наивно начали этим заниматься, да? Ну, это же то, что надо, гигантский проект. Надо, хотелось бы очень, хотелось все делать в больших масштабах, именно в самых больших, потому что выбирать можно было ткань для флагов побольше и поменьше. И, конечно, мы выбрали тот, который побольше, естественно. Хотелось бы... Да. Ну, знаешь, мне эти стандарты, конечно, всегда напоминают, особенно в Германии, Третий Рейх. Но это нормально, то есть в данном случае... А в чем они напоминают? Стандартами. А, штандарты. Конечно. Но штандарты — это немножко другое.
Нет, я имею в виду просто штандарт. В Германии всегда напоминают третий. Не первый, там, не второй, а, конечно же, третий. То есть это знак. Стандарт – это символ. То, что закреплено на машине небольшого размера, а вот это, скорее всего, штандарт флаг. Штандарт называется, да? Ну, то, что висит как бы в фильме у Лени Рифеншталь, это только штандарт, исключительно флаги. Ну, это римское, вот, ну, это, да. То, что несли. Но вообще-то, конечно, они не флаги, не штандарты, они называются миниатюры. И висят они как флаги, в виде флагов. Но их, как сказать, внутреннее свойство – это быть миниатюрами, потому что взгляд с космоса, если оттуда смотришь, они уже совсем маленькие. Я бы на месте Евгения начал бы сотрудничать с НАСА или Роскосмосом. А в принципе, то, что Олег говорит, это, конечно, естественно, объединение вот этого немецкого. Не, я просто подумал, к порядку, имперскости, русского чувства тоже. И, с другой стороны, абсолютно противоположно. Вот и все. Конечно, ты так не, соответственно, дослушай. Но действительно это напоминает стандарт, и у тебя в сознании сразу возникает вот это вот, понимаешь, и ты как бы понимаешь, что и не то, понимаешь, а картинки-то другие. Вот, собственно, речь об этом. Ну, конечно, дело в том, что есть другое, что не другое. То одно напоминает то. Потому что, да, свастика – это тоже замечательный символ, да, ты хочешь сказать? Ну, свастика – это вообще очень древний символ, да. И, как мы знаем, это шакры. Конечно. И поэтому... Бывает, да, и поэтому знаешь, левые и правые. Но это не важно, да. И в данном случае это... Вот то, что сделала культура ленинградская 80-х годов, она сменила вот эту дуальную оппозицию и такое вот банальное... Она была выдвинута вот эта идея всечества или всечества, когда, в принципе, мир просто переливается и постоянно меняет свою пластику, ну, как волна, и здесь вот эти все какие-то стандарты, как сказать, стереотипы дуальные там, и другие, они уже не играют никакой роли. Ну, конечно, конечно. Видишь, стандарт и стандарт, похожие слова, да, одно и то же фактически. Конкретно мы здесь видим, конечно, Англии в разных видах, конечно, и в разных существах, да, в разных формах, в разных движениях, и в разных настроениях, и в разных действиях, и в разных силах, и поэтому это множество, конечно, это телевизионные. Откуда появились эти большие картины? Это религиозные картины в католических соборах, скажем, или в там греческих православных, да, большие изображения, в принципе. Да. Это может быть фрески или мозаики. Я бы согласилась со словом религиозными мотивами, но, конечно, не церковные. Они, вот тут ну, очевидно, это могут быть витражи. Они, нет, религиозные, ну, божественные, но не христианские. Ну а как? Ну, это если значит, мы говорим о... Богу мы молимся, такая религия, извините, в таком случае, если о религии идти. Ну, может, да, просто о, как бы, о каком-то вот не религии, но учении. Ну, что такое рейв? Это языческое. А что такое вот ангелы, там вот тайные вечеря? Такое... Или что это? Это православие, это христианство. Важно. Ну, я говорю, что здесь это не важно, да? Именно об этом я и говорю, что здесь это не важно. Значит, в данном случае мы говорим, здесь, конечно, вот этой, об энергии. Там плохо, да? Хорошо. И не важно, мужская она или женская, знаешь, она там есть, и это слово как бы хорошо. Если бы он сказал, что нету плохо, хорошо, он, по-моему, довольно в этом плане человек определил. Хорошо, но кто-то скажет, что вот это плохо, да? Вот то, что какие-нибудь его картинки там юношеские, скажем, да, это плохо вообще. Нет, а с его точки зрения, это хорошо, это красиво. Ну, я об этом говорю. Я говорю о том, что у человека с такой определенной философской основой творчества, которое вот есть сейчас, да, в концепции хаос-арт, у него не может быть абсолютно разбавленного ощущения мира. У него мир, конечно, структурированный. Несомненно, мы все эти структуры видим здесь. И если эти летающие фигуры как бы так вот прыгают и кувыркаются, как акробаты на минойских фресках, это, тем не менее, совершенно не означает, что в этом мире нет упругости, что все знаки равны. Я вот этого здесь как раз не вижу. Мне кажется, что здесь есть вот это постоянство выныривания в
сторону позитива. И, вот, собственно, оно само по себе, вот это постоянство этого импульса, да, оно само по себе является ценностью. И поддержание вот этого импульса является целью художественного творчества. Вот, поэтому мне не кажется, что можно сказать, что здесь вот существует такая равномерность. По-моему, тут как раз есть динамика, которая все время нацелена на достаточно определенный результат. Ну, для меня это динамика типа вот дискотеки такая, когда мерцают огни и различные орнаменты, они все вместе как бы... Ну, это то есть здесь, то там возникает. Рейв, да. Вот. Не забудем, что это, простите, 95-й год, когда еще рейв, в общем-то, не совсем сдохся. Вот. То есть вот это все. Но, тем не менее... Эпидемия танцев и вот этот весь ритмическое начало, постоянно звучащее в тебе ежедневно. И вот это... Измененное состояние. Это один такой цикл, где очень ярко выражена, как сказать, одна техника, когда обрабатывается одну технику, конкретно вот эту, да, трафаретную, с очень яркими контрастами. Петербургский контекст. Контрафаретно. Ну, именно. Продолжение 80-х, ну, конечно, с новыми разработками, с новыми элементами, частично от этого отходит. Параллельно к этому, опять же, в 95-м году, до того и после того, были сделаны совершенно другие картины. И даже рисунки здесь уже показывают о том, что... спирт, как сказать, подход достаточно большой. Но этот цикл, как он был сделан и как он был закончен, он остается уникальным. Это не то, что в течение 10 лет только было сделано в таком виде. Так, Ханит, нет, это не всегда так. Это не всегда так. Понимание, что ты все-таки хочешь сделать-то? Долго готовишься, потом вдруг хоп, и все, оно быстренько сзади у тебя все готово. Во-первых, не быстренько, конечно. Я имею в виду, не у тебя, конечно, у художника, да, когда он думает, потом вдруг в одну секунду он решил все. Но думал-то он долго. Это понятно. Я просто хочу сказать, что если мы обсуждаем, конечно, я могу тебе рассказать, что тут нарисовано, что это просто как бы на противоцвете все построено, естественно. Это изучение Матюшина, естественно, или там что у вас было? Баухаус, да, цветом занимался. Да вот оно, пожалуйста. Ты, Евгений, вот так это видел в этот год. Что еще мы здесь видим? Да? Здесь... Видим его пластику, которая к этому вот возникла, вот до такого она дошла, именно до такой вот линии, понимаешь? Не какой-то по похожести, а вот именно вот такой. Это вот как бы вот он преодолевал себя этим, то же самое. Понимаешь? Об этом тоже нужно сказать, что художник преодолевает, потому что ты делает, понимаешь, все-таки сознательно, а не бессознательно. Ты часто рисует бессознательно, это сознательное произведение. Чему он рисует? Ну, да, я вижу, что это бессознательно, у него просто рисует. Они на какой-то как бы основе, но это бессознание. Он не понимает, что нет, сейчас будет это рисовать. Это не бессознание. И как бы этот набор бессознательного у него может быть множится, но тем не менее, суть-то та же. Нету целого. Значит, как бы он не понимает, что он может так нарисовать. Он пытается объединить так или иначе. Нет, это не так, Олег. Его это процесс... Тебе так кажется. Нет, это не так. Я просто знаю, я же слежу. Я тоже видел, как он работает. Хорошо, ладно, не будем тогда спорить. Важно, потому что каждый видит то, что он видит, понимаешь? И, например, я больше чем уверен, что вас, Мига, говоря, что мне, например, позор выставки, а кому-то это праздник, именно имел в виду свою патологию, то, что он видит, что все видят, что он видит, кто он есть. Вот так вот надо относиться. Понимаешь? Нет. А я так думаю всегда. Понимаешь? То есть каждый художник голый перед зрителем. Голый классичный герой стоит. Естественно. Поле. И если ему нечего стыдиться, то все нормально.
то значит он как бы герой, понимаешь? Вот вся его жизнь именно до этой героической минуты. Нет. Потом уже не важно. А я не знаю, о чем сейчас мы говорим. Что каждый, конечно, имеет право видеть, ощущать, интерпретировать. Конечно. Ты рисовал, ты думаешь о себе. Ты рисовал сложные картины. Но это же естественно, что я выгляжу. И вдруг начал рисовать просто петроглифы. Да, вот какие-то фактически танцующие пары какие-то. То есть я о честности перед собой, перед зрителем, и все. О чем мы еще можем говорить, как бы по отношению к любому художнику? Вот он, мы верим ему или нет? Вот что мы должны обсуждать, понимаешь? Ну, да, верим мы художнику или нет? Или он нас, извините, наебывает? И нам не хочется, чтобы этого происходило. Понимаешь? Нет, а может, хочет. Он может сам себя наебать. Да, в том-то и дело, понимаешь? Так вот, как бы, вот в этом и есть критический, для этого существует критический фронт, да, чтобы он ему объяснил, да, что, типа, сам обманываешься, чувак, давай еще вперед, мы ждем от тебя твоего проявления. Единственный минус этой выставки, именно, что вот здесь нету штанги перед входом в галерею. Мне нравится «Дочь Евгения», могу тебе сказать, только тем, что он на все это как бы тоже вот по-своему смотрит правильно и вот делает то, что он хочет, только он хочет. И это его индивидуальность. Интересно. Все остальное не важно. Интересно художнику его индивидуальность. Как он отличается от всех миллиардов этих мазей? Мы его индивидуальность понимаем через его искусство, а не потому, что мы из него. Как раз искусство и доказывает, индивидуальный он или нет, если уж тогда замыкать эту фразу. А да? Как он индивидуально, тогда искусство индивидуально. Но искусство не индивидуально, понимаешь, в некоторых моментах мы видим клоны одного и того же найденного хода, например. Ну, это ты, может быть, их видишь. Ты считаешь, что... Я говорю об искусстве, клоны... а не об картинках, понимаешь? Ты не... Я говорю тоже об искусстве. Смотри, понимаешь? Искусство вообще это то, что находится внутри, а о чем мы говорим, это о произведении искусства. Конечно. Да? Именно про произведение есть отражение того, что у тебя внутри происходит, и как ты это попробовал. Ну, конечно. Получилось? Нет. Это уже твое, как бы, проблема. Ну, Олег, это естественные вещи, о которых ты говоришь. Правильно. Это просто, как сказать, принципы искусства. Но мы-то тут говорим не об общих принципах искусства вообще. А мы говорим об общих принципах искусства. Нет, я говорим еще о чем-то конкретном. Ну, например. А, ты хочешь нас напомнить, чтобы мы не забыли? Спасибо большое. Да нет. Ну, например, о чем мы здесь говорим? Как не о принципах искусства, понимаем мы их как-то или нет? Зачем мы вообще тогда говорим? Понимаешь? Олег, говорить нужно, если вообще говорить, а иначе можно молчать о чем-то конкретно. О всегда том, что мы конкретно видим. Или говорить конкретно. Конкретно да, мы видим перед собой. Это так называемые миниатюры. Правильно, да об этом и речь. Фильм о Женьке, типа, а не о том, что... То есть ты видишь одну, я вижу другую. Почему я не могу тебе сказать свое мнение? Можешь. И как бы, и ты должна тоже слушать. Простите, пожалуйста, не пора ли вам выйти на улицу? Типичность, да, одна из важнейших характеристик. Конечно. Нового художника. Как никто, они были способна брать архетип. Архаика, да, это архаика. Что ребята, Евгений, классика. Переехав на другое ПМЖ, блестяще сохранил все свои завоеванные в молодости идеалы. Да, все равно, Катя, нет, он все равно каждый день новый. Хотя имеет. Каждый день новый, хотя, может, ему не хочется быть. На самом деле, мне кажется, что вот этот проект... Да он находится в раю, действительно. Мне кажется, этот проект действительно такой вот шедевр. Вот человек малюет валиком картинки. Ему же это нравится, сам процесс. Понимаешь? Это главнее. Ему нравится процесс. Да, того, что выйдет, он еще даже не знает, он приблизительно знает, что выйдет. Когда это выйдет, он увидел, да, это вот реально так, как я хотел. И еще лучше, понимаешь? И какие-то фантазмы. Когда он судит миниатюру, не понимает, как это будет на него давлеть мощью своей. Он еще не понимает этого. Он может представить, но не понять, он не может. Это твоя интерпретация того, что Евгений может или не может. Я не говорю интерпретация, говорю, как чувствует себя любой человек, делающий что-либо большое или маленькое. Обреченка на успех, это когда ты уже что-то сделал и уже понимаешь, что да, это работа. Правда же, друзья, я беру на себя роль модератора. Есть ли еще вопросы? Это грандиозно. Вот там вдалеке сидит такой замшелый тип.
Если откуда ты из деревни приехал, по-видимому. Если у вас молодой человек... Может, горло промочим, ребята? Ну, горло промочить. Да, давайте. Потому что пора переходить к торжественной части и какой-то, я не знаю, может, как-то подытожим это, что на самом деле я бы на месте Хани Лоры и Евгении Хани Лоры попросту бы перевез этот проект в Петербург. Как-нибудь. А чего такого? Где потому у нас? Потому что ты вяло подготовился. Если бы ты подготовился глубоко и серьезно, как я, то да. Честно прочитал все, что я прочитал Лора, практически все. Ты бы знал, что украденные произведения невозможно восстановить. Почему же невозможно восстановить? Хани Лора считает, что важно нельзя войти в одну эту. Да ладно, какая фигня. И художник сам себе не хочет позволить это сделать. Ну, привез бы хотя бы оставшиеся флаги вот здесь же, в руках, здесь на острове, и сделал бы праздник. Где-то на большом Андрее. После того, что были украдены третьи, девятые, десятые, если я правильно считаю, четырнадцатые, остались 12. Выставка Матисса. Я, конечно, решила их показать, если будет возможность, только внутри зала. С охраной. Да, да, музейное под стеклом. То есть да. На фасаде главного штаба да. Уже не хочешь развесить. Потому что, как ты понимаешь, такие вещи делаются раз в жизни. Ну да. Все, и умирают. Действительно, я так смотрю на это, может, могу сказать, с удовольствием и даже с ужасом. Просто думаю, что как мы это все делали. Топтали ногами эти произведения, гениальные, да, ходили по ним, да? Как можно? Нет, это просто было за 3 месяца осуществить такой проект, как ты понимаешь. Но это нормально, это петербургский стиль. Проект нет, это не петербургский, это был немецкий, потому что нужно было все делать аккуратно и по мелочам, причем получить все разрешения и еще это финансировать. Поэтому сейчас мы очень рады, что здесь в библиотеке можем показывать этот результат. Подобная акция, вот выставка на мостах. Да, конечно. Да, 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 конечно. Тут ощущается. Это все, это шлейф, это вот именно освоение городского пространства, которое здесь началось. То есть человек вдруг ощутил, что какой-нибудь Кондратьев дебил начал проецировать фильмы на тучи низкостоящие ночью из дворя сквота. То есть потерялись границы вообще искусства. То есть ты сам... Вот, ну, как это движение границы, да. И есть свойство. Главное, отход появится. Да. Что еще? И это не петербургское в этом смысле, конечно. Что еще мы можем сделать вот сейчас? Ну, а в Берлине, в Германии, на показы остались... Целые циклы работы на бумаге, конечно, причем оба. Вот и все, и с них сделать трафареты. Можно показывать. Да. И вот бумагу надо показывать в музее, а флаги на улице. И могу в Эрмитаж показывать самое то. Пожалуйста. Вот новые залы открылись в Эрмитаже, вот эти огромные. Залы новые, в Ламштабе, да. И, кстати, они тоже очень красивые. Конференция должна послать Петровскому. Через космический спутник. Так и сделаем. Мне кажется, что документический заряд, он, собственно, и есть основная символическая ценность. Он как раз вот здесь вот очень хорошо проявлен, и заряд этот именно романтический. Вот я не случайно вспомнила о Блейке. Это не иллюстрация каких-то, с моей точки зрения, конкретных, допустим, священных текстов, да, или легенд. А это именно вот новое рождение вот этого метафизического состояния, которое воспринимается очень важно. И, собственно, этим Ленинград и Петербург противостояли на другой части советской культуры, которая в советское время это состояние. Mm-hmm.